17 февраля в 14 часов в ресторане «Горыныч» состоялось кулинарное мероприятие, посвященное празднованию масленичной недели «Блинфест». Действительно, без блинного пира трудно представить масленичную неделю. И в «Горыныче» виновнику торжества в этот день было уделено особое внимание. Участников конкурса в приготовлении лучших блинов жюри оценивало не только по вкусовым и скоростным критериям, но и по креативности, ведь у фантазии не должно быть пределов даже в таком, на первый взгляд, простом блюде, как блин. По итогам конкурса было определено 3 победителя, и в качестве призов им были вручены подарочные сертификаты на бесплатный обед или ужин в ресторане «Горыныч». Вы попробовали эти блины? Как они вам на вкус? Очень вкусно, хозяйки все постарались. Конечно, им было очень непривычно, то, что своя сковородка должна быть, своя плита должна быть. Мы все девочки справились с этим заданием. Не обошлось мероприятие и без веселья. Озорные частушки, развлекательные программы для детей и взрослых и море позитивных эмоций. Перед посетителями «Блинфеста» выступали артисты ансамблей Центра русской культуры «Раздолье» и «Актай», которые спели народные песни. Также примечательно, что для всех участников мероприятия была предоставлена подготовленная фотозона. Жюри и гостями было отмечено очень теплое душевное настроение участников «Блинфеста». Надеемся, что это не одно событие. Планируем еще и фестиваль каши провести, поэтому думаем, что сплотимся и все вместе. Фестиваль каши межнациональный будет. И дети, и взрослые с удовольствием пили частушки, играли в народные игры, приплясывали под народные мелодии и с аппетитом пробовали горячие блины, приготовленные в приятной теплой атмосфере.